Идет производство электромобиля Вольтека. Четырехместный, с крышей. Клиент заказал особую раскраску. Белые крылья, черные детали кузова. Машина на этапе создания. Еще пока нету фар, нету деталей интерьера, нету сидений. Но в скорости все будет готово, и автомобиль поедет к клиенту. А тут идет сборка электромобиля Вольтека Омега. Для него уже смонтированы все элементы подвески. Электрическая часть. Происходит сборка кузова. После этого будет подключено электрические схемы. Для Вольтека Омега готово сиденье, обтянутое кожей, произведено в Сергиев Посаде. Это уже готовая продукция. Конкордия в варианте 6 плюс 2. Восьмиместный автомобиль. Ну, пока еще не приобретен, ждет своего клиента. В новом дизайне особенно хорошо смотрятся фары и фирменная символика Конкордия. Эта машина четырехместный вариант Конкордии, тоже уже в новом дизайне. Она изготовлена под конкретного заказчика, который, очень надеемся, скоро ее примет и заберет. Наряду с готовыми машинами марки Concordia присутствует также рама для электромобиля, из которой в скорости тоже будет симпатичный гольф-кар.